Друзья, здравствуйте, я Илона, и я вас рада вновь приветствовать на своем канале. Сегодня мы с вами приготовим мексиканское блюдо начос. Вы, наверное, подумаете, что для этого блюда нужно очень много каких-то ингредиентов, которые надо искать в магазинах. На самом деле это не так. Это очень просто. Вам понадобится фарш, вам понадобятся чипсы, сыр и вот пара специй. Эти специи — кумин и перец чили, которые придадут тот неповторимый аромат, характерный именно для этого блюда – начос. Вообще эти специи очень часто используются в мексиканской кухне. Если вы любите мексиканскую кухню или хотите попробовать, я вам очень рекомендую их иметь дома. Но они не только в мексиканской, конечно, кухне используются. Вот. Готовится блюдо очень быстро, очень просто. И вы получите удовольствие, потому что это что-то новое, это что-то разнообразное. И в конце концов, если даже вы живете в стране, где много мексиканских ресторанов, вы можете это сделать дома легко и просто в любой момент. Итак, начнем. Нам понадобится 450-500 грамм перемолотого говяжьего фарша, соль 1,5 чайной ложки без горки, 1 треть чайной ложки перемолотого черного перца. Можете чуть больше добавить, если вы любите более перченые блюда. Стараемся измельчить мясо максимально, наш фарш, чтобы не было крупных комочков. И вот эти две специи, о которых я говорила, ключевые. Также у меня refried beans, это специальные бобы. Если таких нет, вы можете просто использовать обычную фасоль, лобио сварить и истолочь, сделать пюре и использовать. По чайной ложке добавляю чили и кумина. И продолжаю варить всего. Мясо варится около 10 минут, так как это фарш, то время варки не должно быть долгим, но постоянно помешивайте и вот старайтесь сделать так, чтобы крупных комочков не было, чтобы мясо вот примерно такого вида было. Затем добавляем 2 трети стакана пюре из бобов. Лучше, конечно, refried beans. Здесь продаются у нас в Соединенных Штатах Америки в магазинах. Может быть, это во многих других странах есть. Я, к сожалению, не знаю. Еще раз, можете использовать обычные бобы. Затем добавляете пол стакана воды. Опять мешаете. Ну, еще примерно минут 5 сварить. И будем выкладывать форму для запекания. Форма должна быть с достаточно высокими бортами. На дно кладем чипсы. Лучше всего кукурузные. Вот примерно такие. Мексиканского стиля чипсы. Если таких нет, ну вот что-нибудь похожее. Затем у нас идет смесь из бобов и мясного фарша. Следующим слоем. И, наконец, сверху идет сыр, натертый сыр, смесь сыров у меня, мексиканская смесь. Можете использовать любой сыр, который хорошо плавится, российский, швейцарский, гауда и так далее. Но если есть мексиканская смесь, это будет лучше. Все ингредиенты, их количество будет под видео в описании. 10-15 минут в духовке. 350 Фаренгейт или 180 Цельсия. Вот у меня такая вспышка произошла, потому что в духовке лампочка то включалась, то выключалась. И подаем с сальсой. Это такой специфический томатный соус мексиканского стиля, очень похожий на лечо. Можете подать с лечо. Авокадо, салат айсберг. Ну что, друзья, если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А я вам желаю всего наилучшего. Счастья, любви, радости вам и вашим близким. С вами была Илона. До новых встреч. Пока!